Так получается, что медведи приходят ко мне парами. В прошлый раз я сразу купила два медведя. И в этот раз, после того, как я уже этого Мишеньку привела в порядок, еще осталось сделать заплатку, вдруг точно такого же я увидела в интернете по очень низкой цене. Не могла удержаться, его купила. И сегодня Мишенька ко мне пришел. Пришел просто в таком большом пакете. Нормальная упаковка. Собственно, там нечему ломаться. Сейчас откроем, посмотрим. Пакет такой огромный. Пакетик. Мишка в пупырочку упакован и в малярный скотч. Ну, я уже вижу, что он точно такой же. Тоже грязненький. Немного другого цвета. Он, конечно, очень грязненький. Ой, как он интересный. Так, точно такие же ушки. Вот у него. И он такого прекрасного лилового цвета будет, если его постирать. Покурил немножко Мишенька. И тоже у него там есть ревун, который молчит. Но мне тоже нравится. Нравится. Хотя носик надо будет менять. Потому что носик у него тоже пострадал от чего-то горячего. Вот такой Мишенька. Но если быть справедливым, то мех у него лучше сохранился. Нет у него проплешин никаких. Совершенно нету никаких проплешин. Нет потертостей. Ну, вот если сравнить этот страшный грязный, этот уже помылся. Но идентичные мишки. Но он очень грязный, что я его такого не могу держать дома. Такого страшного медведя, боже мой. Так, все. Не думала, что буду разбирать медведя сегодня. Но он очень грязный. И оставить его в квартире в таком виде я не могу. Между ножек. Все. Это все на выброс. А медведя в стирку. Набиваем второго медведя. Этот медведь меньше пострадал. Я просто немного отшлифовала глазки. Носик заменила, потому что он был поврежден. Ушки сохранились. Не нужно было ничего менять. И не нужно было ушивать мордочку, ни лапки. Шкурка у медведя просто в прекрасном состоянии. Немножко отличается цвет. Немного такого розовато-фиолетового цвета. Начнем, пожалуй, с головы.
сейчас буду набивать тело опилками. Ревун. Не скажу, что он хорошо кричит. Возилась я с ним долго. Вообще он не давал звук. И вот сейчас так кричит. Ну, хватит. Мне достаточно вполне. Может, когда-то я лучше отремонтирую. Научусь ремонтировать ревуны. Пока мы на этом остановимся. Ревун сеточкой вперед засовываем. Дальше высыпаем опилочками. Тут немножко ватки сверху, чтобы опилки не сыпались. Вяжем ваточки. Ну, маленько кричит, и ладно. И больше не надо. Мишечка, ой, какой милый, милый. Сейчас я тебя починю. Ура!